Да, 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 да. Да, 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 да. Половина движения, 45 градусов. Я крепко не думаю. О, о, давай, давай, давай. Дорогие друзья, сейчас набирает обороты новое интересное шоу Кирилла Сарычева. Называется «Каменное лицо». В этом шоу участвуют представители силовых видов спорта, а точнее пауэрлифтинга. Но очень странно, почему не приглашает армрестлинг и почему не приглашает такую динамическую и серьезную дисциплину спорта, как тяжелая атлетика. Среди нас Алексей Тарахтей, олимпийский чемпион и топ-8 дивизион Ливан Сагинашвили. Итак, мы сегодня замеряем ихнюю силушку. А вам, ребята, с каменного лица предлагаем обратить внимание на серьезных парней из других силовых видов спорта. Я несколько раз смотрел видео. Последний раз смотрел это, как вырубили этого руки базуки. Смешно было. Ну, а армрестлеры, думаю, что они могут хорошо выступить, если попробуют в этом виде спорта или что-то, не знаю, шоу. Ты бы сам бы поучаствовал бы в таком или нет? Не, не, не думаю. Мне очень хочется. Пару раз в интернете натыкался на данного вида соревнования. Интересно, смешно. И вот сегодня есть такая возможность попробовать себя в этой роли. Конечно же, это будет не совсем технически правильно, но я думаю, что, по крайней мере, можно будет увидеть общую картину. В общем, наверное, в реальной жизни, когда там вместо арбуза или вместо какого-то предмета будет чье-то лицо, наверное, все-таки я бы не поучаствовал. Поэтому обойдемся, наверное, все-таки какими-то вспомогательными элементами. Наша задача – проверить эквивалент силы удара руки. Итак, из предметов, которые будем сегодня пробовать разбивать, это шарики с водой, капуста, ну и арбуз. Кто же будет эффективнее разбивать тот или другой предмет? Посмотрим. Для начала нужно нам сделать замеры. А что будем мерять? Вот как мы понимаем, что на силу этого удара, естественно, влияет антропометрия. Итак, что меряем? Длину рычага, ширину ладони, точнее объем ладони. Да, пожалуй, и все. Потому что во всем остальном участвует резкость удара и хлесткость этого удара. Итак, Леша, давай свою руку выпрямляй. Это плюс-минус. От плеча 78 сантиметров. А объем ладони 26,5. Ну что ж, для начала неплохо. Но есть у нас армрестлеры. Итак, Ливан. Что тут у нас? 84. И объем ладони 34. Но не сопоставимо много. Ну а вот и наши жюри. То есть те, кто будут оценивать. Леха, как ты считаешь, армрестлеры сильнее по ударе, чем пауэрлифтинг? Я думаю, что мы сегодня это увидим. Думаю, что сегодня увидим что-то очень интересное. Кадыргали, как ты думаешь, тяжелоатлеты сильнее в ударе, чем пауэрлифтинг или нет? Да, не знаю. Сейчас вот будет посмотрим, узнаем. Вот. Вот это хороший ответ. Надо посмотреть и все оценить. Не то, что там бла-бла-бла. Сильнее, слабее. Нам нужны только цифры. Кирилл, помни, мы это делаем для тебя. И твое шоу будет классное, если там будут армрестлеры и тяжелая атлетика. Не хочешь поучаствовать тоже в разбивании арбуза? У нас есть запасной, у нас как раз на тебя хватит. Да нет, я думаю, что тут надо тех наших колоритнейших персонажей протестировать. И будет уже понятно, на что способны армрестлеры. Ты просто регби занимался? Ну, регби это немножко другое. Мы руками там не бьем, мы бьем всей массой тела.
Тоже, наверное, было бы интересно. Но я думаю, сегодня ребята покажут класс. Ну что ж, первый предмет готов. Первым идет шарик. Леша, помни о том, что открытой ладонью, замашисто, и покажи, как это происходит. Кто не мылся, тот умылся. Итак, результат, можно сказать, на 5. Хорошие, приятные, влажные ощущения. Нежные, вот как, прям как по попе. Тяжелая атлетика списалась на 5. А теперь посмотрим, что может сделать для нас рукоборец. Ливан, ты готов? Да. Не улыбайся, пей. Давай. Промазал. А ведь не только сила удара, оказывается, очень важна. Нужно еще уметь попадать. Так, вперед. Что можно сказать? Тяжелоатлеты все-таки, парни, крепкие. И самое главное, точные. Вывод какой? Тяжелоатлеты более резкие ребята. Надо научиться бить. Не куражьте Ливана, потому что он сейчас в следующий раз может мне руку оторвать просто. Срезать конкурента. Ну что ж, а сейчас потренируемся на капусте. Наши гладиаторы готовы. Итак, Ливан держит капусту, а Леша бьет. Первый тур он выиграл. Посмотрим, сможет ли выиграть и второй. Класс! Вот это был удар. Вот это был ударище. Вот это силище. Ну. Я, кстати, не думал, что капуста получится разбить, но, видимо, все-таки реакция была. Наша капуста расколота пополам. Это, друзья, с каждым может произойти, если в шоу «Каменное лицо» будет участвовать тяжелоатлет. И Ливан Сагинашвили все-таки сказал, что сейчас нам покажет класс. Ливан, предмет готов, капуста готова, Леша тоже. Спасибо. Начинаем. Начинаем, хватит. Оказывается, после удара Ливана капусту надо еще было поискать. В принципе, я уже сказал, что это очень хороший, в принципе, метод для того, чтобы квасить капусту. Просто позвал Ливана, два удара, и, в принципе, капуста наквашена. Нарезал чуть морковки. Хорошо, нормально. Итак, после удара Леши капуста треснула пополам. Но после Ливана остался практически только качан. Здесь у нас еще один предмет, который мы решили так же само разбить. Итак, арбуз. Итак, третий предмет и попытка с арбузом. Посмотрим, как с этим справится Леша. Покушал арбуз. Леша с этим заданием справился на 5. Снова влага пришла ко мне. Ну, я думаю, что это был вкусный арбуз. Генно модифицированный, потому что он так очень быстро разложился на части. И теперь у нас попытка Ливана. Сможет ли Ливан также самоэффективно разбить арбуз и показать, насколько сильный удар рукоборца. Ливан, давай. Слава Богу, рука цела. Что там арбуз? Ну, более тяжелый.
и более вкусно. Я бы сказал, что Ливану арбуз намного легче было разбивать, чем шарик с водой. На самом деле, я так понимаю, что это не настолько сложно, как оно кажется. Это первое, ну а по эффекту, когда бил Ливан, такое ощущение было, когда ты, знаете, стоишь на дороге во время дождя, и проезжает быстро машина, заезжает в лужу, и ты как бы стоишь по направлению, когда лужа идет на тебя, вот что-то наподобие того. Потому что вся рука, вся футболка в элементах арбуза. Ну, если нужно быстро и эффективно порезать арбуз, зовите Ливана и Леху. Они сделают это очень быстро, очень зрелищно и вкусно. Если бы вместо этих шариков, капусты и арбузов были чьи-то каменные лица, очень сложно удержать такие удары наших парней. Я могу сказать, что тяжелая атлетика и армрестлинг наверняка должны показаться в этом шоу. Кирилл, не забывай, что есть серьезные парни в тяжелой атлетике и армрестлинге.